Глава Екатеринбургской митрополии совершил ночную службу в храме памятники на крови. Архиерейская божественная литургия, которую возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, была совершена в так называемой царской комнате. В храме на крови находится алтарь, возведенный на месте убиения святых царственных страстотерпцев, государя Николая Александровича и членов его семьи, а также их верных подданных. Алтарь был благоукрашен по благословению митрополита Кирилла столетию подвига царской семьи. В эту воскресную ночь, накануне опроса в Екатеринбурге о месте для строительства храма святой Екатерины, звучало молебное пение святой покровительницы этого города. В завершении богослужения прозвучали поминальные молитвы по архимандриту Науму, духовнику Троицы Сергиевой Лавры, одному из самых почитаемых старцев современности, представившемуся в этот день 2 года назад. Он очень многих вернул к жизни, доставил на правильный путь, дал то благословение, благодаря которому и по сегодняшний день многие из нас несут послушание Святой Церкви. Царство Небесное, вечный покой. Со святыми, отцу Науму, отцу Кириллу, всем ушедшим от нас святым и добрым людям. И будем надеяться, что и мы проживем эту жизнь не бесследно, а так, как ее нужно прожить нормальному, верующему во Христа человеку. Храни вас всех Господь.